Ну вот. Сегодня 16 февраля 2017 года. Вчера были лужи на дорогах, а сегодня вот опять в белой шубке моя ласточка, пушистой. Дороги все замело, тишина какая-то. А скукожа, вот она. Постоянно один вот прилетает ко мне, угощается. Где-то рядом живет. Кажется, напротив. Скукожа, салам. Салам. Хвостиком машет. Ну, хвостиком здороваешься, да? Ну что ж, пойду тебе завтрак готовить. Ты прилетишь на завтрак? Вот там наш флаг веет в снегу. Снег идет. Эта машина красивая едет. Да, где кошечка пробежала, следы оставила. Ну, чего? Что там? Мышку увидел. Мышку увидела, кошечка. Что? Что случилось? Привет. Так здесь вот семья целая. Вот там спрятался еще один. Что, кушать хочешь сейчас я? Что, мой дорогой? Мать? Девочка, да? У меня кошек дома нет. Что? Сейчас я принесу вам кушать. Не-не-не, в дом не заходите. Сейчас я принесу. Будь здесь, я сейчас принесу. Все, я поняла. Я поняла, что тебе нужно. Не выцыганивай. Золотой там выглядывает. Посмотрите. Не бойся, не бойся, маленький, не бойся. Нет. Мне в дом кошек не нужно. Я мышей сама ловлю, научилась ловить. Миленький. Уйся, ты такой холёсенький, иди сюда. Пойду новым гостям своим, непрошенным, готовить завтрак. А также скукожи. Вот он улетел, птичка тоже. Сейчас надо готовить. Снег идет. Обратите внимание, какие шапочки. Самые красивые сегодня шапки из белого меха у моих скворечников. Иду готовить завтрак. Сейчас.